Ну что, на смену моей старой красоты, вот такой вот от Microsoft. А, это Dexp. Кстати, бесшумная мышка, прикольная, слышишь? Даже не слышно, как она работает. Пришла новая красавица, вот такая вот китайчанка, под маркой Lankyo. Lankyo. Посмотрим, что это такое. Что-то в районе 400 она стоила. Но говорит, что она тоже тихая. И все, как я люблю. Давай посмотрим, что это такое. Вот в такой вот упаковочке. Здесь есть один косяк на ней, что она не... со шнуром. Короче, шнур здесь либо выматывается полностью, либо не разматывается. Он там заправлен, так по-хитрому. Так, как ее открыть? Сейчас я ее для начала вскрою. Вообще мышек перепробовал за свое время очень много. Пришел к единственному выводу, и вы поспорите со мной, что беспроводные мышки лучше не брать. Надо такой вывод, который не обязательно правильный. Сейчас я ее вскрою. Или не вскрою, хрен его знает, что там открывается. Даже есть такая вот инструкция. Ага. Вот, ну вот так она выглядит. Так. Желтенькая, симпатичная. Вот, основная фишка. Основная фишка, что там провод, он как бы запрятан внутрь. Провод очень хлипкий, кстати, тонкий по сравнению вот с этой вот мощной бандурой. Он, смотрите, какой тоненький. Это хреново. Прям очень хреново, потому что дети, они просто его съедят. Вот. А вытягивается он, в принципе, нормально. Но только до максимума, как я уже сказал. И что? И какое здесь расстояние? А расстояние здесь тоже очень-очень-очень короткое. То бишь мышандра такая простенькая. Вот, и будет проходить у меня... То есть, если тот провод я мог пустить за этим ноутбуком, то этот провод у меня будет проходить прямо по ноутбуку. Ну и это не совсем удобно. Но, тем не менее, мне особо это не помешает. То есть, вот он будет лежать прямо здесь. Ну, а мышка сразу же познакомилась с ноутом. Он ее сразу узнал. Так, вот она бегает, такой вот отклик достаточно хороший. Ну и клики я слышу, поэтому все это вранье. То есть мышка на самом деле звучит достаточно громко. Такой вот достаточно приятный синий блеск. Ну и промотка работает хорошо. Кстати говоря, центральная кнопка работает, в отличие от этой. Здесь у меня не было. Нет, было тоже нажатие. А вот это была поприкольней. То есть вот сейчас такая мышандра будет. Брать или не брать? Я думаю, нет, потому что все-таки вот этот провод. Ну, напишите, если кому-то интересно, я могу написать, через сколько он у меня подохнет. Вот так вот. Всем пока. Такая мыша. Стоила она, по-моему, в районе что-то 300 рублей.